И начнем с археологической сенсации. Так без привлечения можно назвать событие, которое произошло в Туапсинском районе. Там, недалеко от поселка Шипси, местные жители обнаружили неразграбленный дольмен. Предположительно, его возраст более 4000 лет. Подробности у Александры Проскуриной. Несколько дней назад река Шипси разлилась. Как рассказывают местные жители, даже в самых высоких местах русла ее уровень доходил до пояса. Как только вода спала, сюда дети пришли купаться. И на самом берегу они нашли могилу. Я увидела сначала кусок камня, когда он торчал. Я его начала раскапывать. Я немного раскопала, ну, примерно 10 сантиметров. После этого дети позвали взрослых. Около найденного захоронения собрался весь поселок. Что именно было найдено на берегу реки, поняли сразу. Это дольмен. Но это не первое захоронение. Когда давали участки здесь, еще в 80-х годах, мы нашли первый дольмен. Ниже еще один дольмен, ну, со временем нашли. И вот они вот так полосой идут. Это плиточный дольмен. Самый распространенный вид на всем Черноморском побережье. Вот с этой стороны хорошо просматривается отверстие, так называемое дупло. По бокам фронтальные плиты. Как рассказывают местные жители, верхнюю крышку смыло водой. Ее нашли чуть ниже по течению. Для того, чтобы сохранить свою находку, жители решили даже организовать дежурство. Ну, мы, в принципе, охраняли, детей отгоняли. Смотрели, где останки есть, где что, чтобы как бы никто не тронул, чтобы ничего не растерялось. Посмотреть на только что найденную достопримечательность сельчане позвали и телевидение, и зачем-то скорую помощь, и полицию. Мы видим череп тут, останки вон, позвоночник, ребра видно. Ну, зубы, ну, похожи на человеческие. Ну, а там, как говорится, покажет экспертиза. Сейчас в поселке ждут специалиста. Исследовать захоронение будет краснодарский археолог. Он-то и должен точно сказать, что это за дольмен и когда был построен. Александр Проскурина, Нил Ракша, 9 канал, поселок Шипси, Туапсинский район.